В текущем году на дорожно-ремонтные работы в Восточно-Казахстанской области предусмотрено более 28 миллиардов тенге. Планируется реализация 97 проектов, которые будут вестись на автодорогах областного и районного значения. Подробнее о масштабном ремонте дорожного полотна в регионе расскажем далее. В текущем году планируется завершение 90 проектов, направленных на ремонт дорог протяженностью 392 километра. На областных и районных дорогах отремонтируют 242 километра. Также работы будут вестись на улицах населенных пунктов. После завершения ремонта дороги по маршруту Усть-Каменогорск, Октябрьская переправа, Алтайка, Новохайрузовка будет запущен и паром. Это позволит значительно сократить расстояние от района Алтай до Катон-Карагая. Участок дороги Октябрьская переправа, Алтайка, Новохайрузовка общей протяженностью 83 километра. На сегодняшний день идет ремонт на 18 километрах. В данное время производим работу по поверхностной обработке. ШПО называется, поверхностная обработка. На сегодняшний день положили 12 километров. Осталось 6 километров. Благодаря хорошей солнечной погоде работы активно ведутся, и объект будет сдан в срок, обещают специалисты. Сейчас мы производим устройство ШПО на автомобильной дороге Октябрьская переправа, так и Новохайрузовка, 18 километров. Вот этот материал все перевозится с села Улькен-Нарын сюда в Бурты. Вот там происходит зачернение, дробление, смешивание щебня с битумом. И перевозится в Бурты. С Бурта происходит погружение в чипселлер. И чипселлер заливается битумом. Также нагружается где-то 21 замес 20 тонн черного щебня. И происходит укладывание. Сейчас вы видели, как проходил чипселлер, вот так же вот происходит укладывание черного щебня. В области продолжается реконструкция автомобильных дорог республиканского значения Калбатау, Майкоп-Чигай, Усть-Каменогорск, Алтай, Рахмановские Ключи, Талдыкурган, Усть-Каменогорск. Стоит отметить, что в этом году будет ужесточен контроль за качеством ремонта, который будут проводить как сотрудники Национального центра качества дорожных активов, так и общественники региона. Ирина Санникова, Арайлым Нагметалакызы, Александр Каримов, Алтай Акпарат.